Наша землячка, легкоатлетка Анжелика Сидорова вышла в финал чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине. В квалификации прыгунья с шестом с первой попытки взяла высоту в 4 метра 50 сантиметров. Этот результат позволил ей сразу попасть в финальную часть соревнований. Другая российская спортсменка Ольга Мулина тоже вышла в финал с результатом 4 метра 45 сантиметров. Победители в прыжках с шестом определятся 9 августа. Наши спортсменки выступают под нейтральным флагом. Напомним, чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.